97 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья реализуются в 2022 году. Это 71 общественное пространство, 19 дворов и 7 проектов-победителей всероссийского конкурса «Создание комфортной городской среды». Какие изменения заметили гости и жители Верхневолжья, мы спросили у них самих. Скажите, пожалуйста, какие позитивные изменения произошли в Твери, по вашему мнению? Чуть-чуть стали чистить фасады, немного улучшили дороги. Я не знаю, федеральная это программа или региональная. Очень много лет мечтал о том, чтобы провода начали прятать под землю. И, по счастью, на центральных улицах это происходит. Но самая большая боль моя все эти годы были, конечно, маршрутки. По счастью, тоже у нас сделали нормальное дорожное сообщение. Ну, наверное, благоустройство города. Очень нравится. Дороги шикарные становятся. Светофоры начинают включать там, где их не было. Но это уже позитив для нас. Очень интересный микс между старой архитектурой и современными, не знаю, там, магазинами, ресторанчиками. Вообще все такое очень позитивное. Прекрасная набережная, симпатичный парк. В общем, не знаю, прекрасный город. Вообще в целом картина шикарная. Очень набережная понравилась, да, впечатляет. Во-первых, появляется скверов больше, появляется больше парков, зон отдыха. Мне кажется, что это главное изменение. Все понравилось, город замечательный, город старинный. Мы с удовольствием здесь гуляем. Понравилось то, что все живое и все с душой. Вот это больше всего понравилось. Ну, не во всех городах все живет и вот есть аура.